Этот? Туда, туда. Спасибо. Здравствуйте. А я Дмитрию Нащекину. Можно мне пройти? Нас никто не предупреждал о вашем визите. Позвоните Дмитрию, пускай он даст распоряжение. Так я ему звонила, у него что-то телефон не отвечает. В таком случае, извините, ничем не могу помочь. Здесь частная территория, только через хозяев. Девушка, он в Лондоне. Рядом. Спасибо. Что с цехом, когда запустишь? Постараюсь через месяц. Ну, там весь комплекс менять надо. Ты железный лев Сиона, Глеб. А через 2 недели сможешь? 3. Более разумная цифра. Добро. Что у тебя? Сейчас была девушка, похожая на ту, что вы показывали. Говорила, что знает Диму. Я попросил ее позвонить, но... А Дима был вне зоны доступа. А, так вам уже доложили. В общем, ушла она. Кто ушла? Пап, ну кто ушла? Девушка, да? Тихо. Та самая, здесь в Каменске. О, вот это любовь настоящая, да, любовь? Танюша, сделай-ка мне кофе. Папа, ну почему, как только про любовь, ты меня выгоняешь за кофе? Таня. Спасибо. Любовь, морковь. Только ему ни слова об этом. Хорошо, пап. Алло, слушай, говорите. Алло, здравствуйте. Скажите, это общежитие промстройкомбината? Да. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а если я не являюсь работником промстройкомбината, я могу себе снять комнату? А паспорт у тебя есть? Да, паспорт есть. 500 рублей. Это оплата за неделю, да? Это в день, девушка. А в день? И как мне до вас добраться? Маршрутка 723, промстройкомбинат. Спасибо, всего доброго. Пока. Белье меняем раз в неделю. Брачная на первом этаже, кипяток на втором. Душ в конце коридора. Так, че еще? А, вот, держи матрас. Мышей нет. Тараканы есть. Но маленькие. Мужиков не водить. Лёль, ну ты идёшь. После 23 я запираю дверь. После часа ночи втягиваю пожарную лестницу. Что-что? Шутка. Так, 116-й, это возле Кубовой. Угу. Ну, welcome. Спасибо. Угу. 5000 доплачиваешь. И можно попросить ее к нам присоединиться. Эй, подруга, свободна? Хочешь сотку заработать? В смысле? А, прости, ты не знаешь, ужасно извиняюсь. Ну что, красавчик, поедем? Пошли. Контакты успешно восстановлены. Алло, Вера. Вера, послушай, я... Я Веру не знаю, брат. Если ты хочешь телефон, я могу тебе его продать. Подходи, метро Черкизовская, первый вагон из центра. Thank you.
Здравствуйте. Добрый день. Я по поводу Дмитрия Нащекина. А, секундочку. Как ваша фамилия? Матвеева Вера. Так. А вас нет в списке? На вас заказывали пропуск? А надо было заказывать? Конечно. Вон внутренний телефон. Найдите по списку номер приемный, позвоните, чтобы вам заказали пропуск. Спасибо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы заказать пропуск. По какому вопросу? По личному. Извините, но по личным вопросам у нас приема нет. А скажите, а Дмитрий Нащекин? Я знаю, что он уехал. Скажите, когда он вернется? Мы не даем такую информацию. До свидания. До свидания. Да, конечно. Спасибо, пожалуйста. Медсестер полно. Санитарок нет. С санитаркой пойдешь? Угу. 20 тысяч в месяц плюс льготы. Регистрация есть? Нет. Ну, тогда никаких льгот и 15 тысяч. Хорошо. Я не возражаю. Ну, это ты молодец, что не возражаешь. Матвеева. Тогда переодевайся, иди мыть туалеты с первого этажа и доверху. Потом наоборот, до обеда. А вот после обеда найдешь меня, я тебе другое задание дам. Владимир Иванович, алло, сынок, ну как ты? Пришел в школу? Новенькая, что ли? Как вы узнали? Я сложница. У меня перелом сложный, давно лежу. Всех знаю. Тебя не знаю. Ну, новенькая же. Угу. Откуда? Из Усть-Каменска. А как вы догадались? Воду в джинсах набираешь. Местная давно бы уж какие-нибудь спортивные штаны приспособила. В джинсах-то неудобно работать, тем более полы мыть. Люс, Люська, главврач, эвакуация. Слышь, как тебя? Вера. Помоги окно открыть, а? Давай, мне главврачу никак попадаться нельзя. Он мне грозится за нарушение режима выписать. Лезь, давай, а то мне с одной рукой трудно. Если меня выпишут, Рамзан меня вокзал поставит обслуживать, чтоб не простаивала. Чуешь? А, да, наверное, это неприятно. Это одна из самых неприятных вещей в мире. Я тебе зуб даю. Но ты на эту тему не заморачивайся, подруга. Я пошла. После обхода вернусь. Пока! Доброе утро, Москва! Доброе утро, Москва! Прекрасный солнечный день! Добрейшего утречка всем! Сестрянка моя! Ой, доброе утро! Повторяешься, брат? Давай. Ну, давай за... Хватит, а? Нет ничего нового под солнцем, чем... И что там еще? Дальше, короче, экклесиаст. А соленый с утра вредно. Не вреднее алкоголя с вечера. Слушай, возьми себя в руки, а? Это уже реально неромантично. Это просто противно. Да. Потерпи, потерпи, сестренка. Если я не утону, если я ко дну не пойду... Интересно. И что же будет? Привет, мой хороший. Да? Никуда ты не пойдешь. Лиза, сок мне сделай. Привет, мое солнышко. Как спала? Хорошо. Да. Пожалуйста. У нас сегодня совет директоров, чтобы через 5 минут был готов. Гамбургер подавать и чай заваривать? Папа, а почему бы тебе для этих целей не взять себе шимпанзе? А что, стильно? Прикинь, у всех просто дети им чай и кофе подают на встречах, а у тебя шимпанзе. Через 20 минут машина. Понял. Быть помытым, побритым через 15. Быстро учишься.
вот это да! Ты был тут раньше? Не. Я на Металлику в 2003-м хотел приехать, но мы с пацанами деньги пропили, не сдержались. Я тоже не был. Не, ну что, прикольно. Мощно построено. А народу-то... Не, ну мы-то и шачим дом на них. А они на наши налоги тусуются. Ну наглые, а? Так, давай осторожненько через дорогу, когда светофор загорится. А? Давай, давай. Ну чего? Куда сейчас? Куда-куда? Поедем к нему в офис. Дадим ему шанс. Пусть он нормально все нам объяснит и извинится. Ну пойдем. Зырь, ну круто. Ага, вообще. Выйду отсюда, надо будет Рамзанчика выбесить, чтоб он мне челюсть сломал. Тогда опять сюда попаду. Тогда в челюстно-лицевую попадешь. Или беременная? В смысле? Беременная 2 месяца. Самый Блевантин. Ладно, полежи у меня в палате, только с головой укройся. Ну отдохни, а я домою. Спасибо. Мне в понедельник с этим к премьеру идти, я не хочу иметь бледный вид. Давайте решать. Господин Семеновский, вы что скажете? Опыт нашего завода показывает, что необходима срочная модернизация. Какая модернизация? У меня график поставок на месяц вперед расписан. Вот именно. Мы остановим производство, а концерн Серова перехватит наши заказы. Совершенно верно, и станет монополистом в этой отрасли. Андрей Сергеевич, к вам двое мужчин из Усть-Каменска. Говорят, очень срочно. Хорошо, спасибо. Останься. Ты тоже. Я сам. Семеновский, продолжайте совещание. Дмитрий Андреевич, а вы что думаете? Ну что, будем ждать. Сейчас вернемся. Дима. А. Вернись. Ты не в курсе, кто бы это мог приехать? Не знаю, самому интересно. Да. Ну как там дела в Усть-Каменске? Все нормально? Твоим молитвам, Дима. Все пучком. Ну а Вера как? Ты ее не видел? Ну, по моим сведениям, куда-то уехал. Пойдем. Больше никаких сведений? Руку отпусти. Дима, мне всегда было пофиг. А после тебя и подавно. Поэтому я понятия не имею, где она и что с ней. На совещание вернись. Сейчас вернусь. Вика, помнишь, я из Штатов привозил бутылку вискаря этого? Да-да-да, любимый сорт Джима Моррисона, помню. Ага. Дай мне ключик от бара, пожалуйста. Вы еще тогда сказали, что этот дуб еще себя покажет. Точно. Вот она. Ну, а я этим дубом покажу. Господа, не время скучать. Да. Ну, Дмитрий Андреевич. Любимый сорт Моррисона, между прочим. Присоединяйтесь. А Джим, я вам хочу сказать, не дурак был выпить. А? Водичка, не то лишь. Вот хорошо, давай. Спасибо. Вот это да.
Она взрослый человек. Нравится тебе это или не нравится, но твоя сестра, между прочим, старшая сестра, может делать совершенно все, что ей заблагорассудится. И сын ваш тоже может делать все, что ему заблагорассудится. И людям жизни ломать. Вы понимаете, она черт знает где одна ходит. Со своим сыном я разберусь сам. А вам лучше обратиться в полицию. Моя компания сыском не занимается. Ну а Дима, может, он ее видел? А при чем тут Дима? Он же месяц как на стажировке в Англии. Ребят, что-нибудь еще? Нет. Тогда прошу меня извинить, у меня дела. Всего доброго. До свидания. Проводи их. Угу. Пожалуйста, проходите. Ты еще не вот понял? Давайте. Они два сапога пара. И мне за что извиняться, что ему, да, что этому. Просили, чтобы... Диме. Хорошо. Пошли отсюда. Не за что. До свидания. До свидания. А кто это? Не знаю, из Усть-Каменска. Да он... Он самый обычный человек. Я вам говорю... Недавно я узнал, что он записался на прием к проктологу. Ну а что, все мы человеки, и он не железный. Но почему-то хочет, чтобы все так думали, все. О, папа. Олег, зайдите. Проводи Дмитрия домой. Хорошо. Олег! Давайте. Всегда рад тебя видеть, Олег! Давайте. Олег! Да пусти! Но ничто! Ничто человеческое ему не чуждо! Кроме одного. Слышите? Он патологически несчастен в личной жизни. Его ненавидят собственные дети. А? Папочка, каково? Каково это жить, зная, что собственные дети посылают тебя мысленно в глубокий Тартар, а? Да иду я. Совещание перенесем на завтра, на утро. Завтра в 8 утра всем быть здесь. Все. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Сейчас мы ее быстро найдем. Ого, сколько же их? Но если люди клеят, значит помогает. На, держи. Сколько их у нас? Да почти 200. А сколько станций метро в Москве? Ну, в Гёбурге 10. Тут, пожалуй, все 30. А ну-ка, сейчас. Но главное, чтобы с Верой ничего не случилось. Она у нас... Девушка наивная, а здесь нужны, конечно, зубы да когти. Таня, привет. А я, между прочим, в Москве. Воу, как круто. Что делаешь? Ну, уже ничего. Хотел где-нибудь поесть. Подожди, скажи мне, где ты, я подъеду. Я в офисе. Хочу тебе одно местечко показать. Кормят? Убийство просто. Приезжай. Пока. А вот и я. Привет. Привет. Ты где остановился? В гостинице.
А, да, у вас же сегодня совет директоров. Папа с утра Димку накручивал. Не докрутил. Прямо на совете нажрался и устроил спектакль для одного очень бухого актера. Тань, послушай, может, ну нафиг этот обед, а? У меня время всего 2 часа. В смысле? А куда поедем? Можно ко мне в гостиницу. И что мы там будем делать? Ты мне обед приготовишь? Закусим. Чем Бог послал? Чист, у тебя с головой вообще все в порядке? Послушай, если ты подумала... Ты что думаешь? Что можешь просто так прилететь из Усть-Каменска и по-быстрому переспать с дочкой самого Нащекина? Нет. А потом я, видимо, буду готовить тебе свой фирменный кофе, да? Подожди, ты... Выходи из машины. Ну, нет, подожди, ты неправильно понял... Быстро, я сказала. Слушай, а до скольки этот автобус ходит? А? Чего? До скольки автобус тут ходит? Медицина! А? Пацаны, а автобусы уже не ходят. И метро. Только недавно закрылось. Вы чё, под облом? И поэтому я со спокойной совестью решил пробухать деньги на билеты. Присоединитесь! Ну, накатим после трудового дня. Идея хорошая. Идея шикарная. Вот. Ну, еще полтинчик докинь. Вас же двое. Москва. Ха-ха. Эх. Давай. Ждите, сейчас принесу. Антон, ты был бы поосторожнее. Это черт его знает кто. Верка, я знаю, куда тебе надо. Она из ДНК? Куда мне? Он стоит, как машина. Во-первых, анализ ДНК стоит 10 тысяч рублей. А во-вторых, я стопудово знаю, куда тебе надо идти. Куда? К Малахову. Все дело в шляпе. Если он знаменитость, а он знаменитость... Че ты ржешь? Ничего смешного. Ой, ты что? Господи. Ой, а что это? Я водку в пластик перелил. Оштрафуют. Так, надо же. Это тебе. Это тебе. Ну, а это мне. Ну, давай, не тормози, разливай. Ну, как говорится, дай бог не последнюю, а последнюю не дай бог. Да. Давайте. Дмитрий дома? Да. Дима, как всегда, в астрале. Пап, ты долго будешь смотреть, как он себя убивает? Нормальная реакция. Его использовали. Использовали? Она сюда приехала, пап. Она его ищет. Это что, использовала? И что? От того, что у них любовь, она же не становится для нас своей. С этим же ты согласна? Вот. И нашла бы ему кого-нибудь. Помогла бы брату отвлечься. Документы доставайте, давайте, бегом! Бегом, предъявите документы!
тут кто? Встаем на выход! В чем дело? Что случилось? Документы доставай! Документы! Бегом! Давай, давай, давай! Хорош, перестань! Ты что, одна? А клиент где? Или ты сегодня выходная? Я в больнице работаю. Отдыхаю после смены. В больнице? Это что-то новенькое. Обычно официантки. Нет, я... Давай, 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 на выход, на выход. За рассуждать что? Потом будешь. Господи, ты-то откуда? Новенькая? Ты чья? Одна работаешь. Одной страшно, тебя порезать могут. Здорово. Привет. Девчонки, подъем. Просыпаемся, Сурик идет. О, Сурик. Да. Ноги отваливают, задница замерзла. Не спи давай. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Ну что, милая женщина, на выход. Все, забирай давай на конец. Открывай давай. На выход. Не забываем личные средства гигиены и гигиены соседей. Вперед. Давайте, давайте, давайте. Пошли, пошли. Первая пошла. Чао. Давай, выходим побыстрее. Давай. Не скучайте. Давай, не спи, не спи, давай вперед. Привет. Стой. А ты кто? У нас новенькая. Откуда приехала? Какой город? Опыт работы есть? Какая тебе разница? Давай девушке чаю нальем. Девчонкам ее отвезем. Нет, спасибо, не надо к девчонкам. Одолжите мне, пожалуйста, если не жалко, 50 рублей. Довезите до метро. Просыпаемся, вставай, мужчины. Вставай. О, так. Доброе утро. Кто-то... командир, убери холод. Я встал, встал. Встал. Поднимаемся и в машину. Давай, давай. Мужики, мы вам сейчас все объясним. Мне не надо ничего объяснять. Мне надо, чтобы ты сел в машину. Ты и твой товарищ. А мужик-то где? Пойдем. Караганди. Пойдем, пойдем. Добро пожаловать, джентльмены. Располагаемся поудобнее. Вот мразь. Что? Дэн, погляди, у тебя деньги есть, у меня ноль. Это он тебя обчистил, я тебе говорил. Я-то своим носок спрятал. Ну-ну. Залезай. О, гад! Ну, сейчас, сейчас. Козел. Москва, молодые люди. Она шутить не любит. Поехали. Повезло. Ехать черти куда. Организовывать на Щекину младшенькому закусон. Да. У меня дел других нет. Ой, простите. Давай. А Дмитрий на Щекин. Вы его сейчас упомянули. Он уже в Москве? Еще как. У него сегодня великое мероприятие. В его новой галерее стил-арт, кажется. Второй день уже черти что происходит. Съездите, посмотрите. Ладно, давай. Простите, пожалуйста. А когда он вернулся из Лондона? Года два или три назад. Он как выучился, так и вернулся. А что? Извините. Не, тут нет. Гадюка, все до копейки. Скажите спасибо, что хоть документы оставил. Да, а то под твою квартиру еще кредит бы оформил и вообще труба. А с паспортами? Я вам справку выпишу на содействие. Предъявите проводнику, ну и, в общем, до дома доедете. Спасибо. Товарищ лейтенант, я хотел заявление написать. У меня сестра в Москве пропала. Ну, а мы тут при чем? На нашем участке пропала. Но вы хоть можете помочь правильно составить заявление? Ну, заявление, пожалуйста. Вот, пишите.
А как зовут сестру? Матвею, Вера Викторовна. Погодите, Матвеева Вера Викторовна, 89-го года рождения, так? Ага. Да. Да никуда не пропала ваша сестра, жива-здорова. Протокол на нее составили и в базу унесли. За что? За занятие проституцией. Уже и штраф оплачен. Да не, ну, это совпадение, наверное. Наша Вера, она не такая. Ну, фото смотрите. Она не она. Ну что, ваша? Адрес пишу. Где ее взяли? Ну? Не надо. А что не надо? Давай адрес, брат. Это здесь будет выставка? Здесь будет закрытое мероприятие. А где я могу получить приглашение? Я же вам сказала, закрытое. Идите, девушка, не мешайте работать. Да, зайчина, прости. Просто здесь ходят какие-то непонятные люди. Да. Ну че? Смотри. А, все? Кончилась лафа? Да, не говори. Выписка завтра в 12. Понятно. Это значит, в ночь пойду. Почему? Да потому что кто-то стоит на моем месте, в день не попадаю. А потом она спать пойдет, а я встаю. А, ясно. А у меня сегодня у Димы в галерее какая-то закрытая вечеринка. А ты хочешь пойти? Хочешь, не то слово. Ага. Так, а как заведение называется? Кажется, галерея Стилларт. Алло, Стелл? Скажи, а никого из наших сегодня не просили подъехать в галерею Стилларт? Стилларт. А кто? А они есть в списках? Угу. Слушай, скажи девкам, чтобы они подменились, а? Ты меня знаешь. Я вам всем девчонкам ноги вымою. Спасибо. Ну чё, малая, ты там работаешь сегодня? Официанткой. Да ты что? Я никогда не работала официанткой. Да что там делать-то, господи? Я научу. Главное, ходи вот так. Ну хватит, Дим. Я пришел без оружия. Это что-то новенькое. Ну все. Все, я понял, сын. Хватит, достаточно. Прости меня. Чем дальше, тем чудеснее. Может, я не прав был, что лишил тебя этой Веры. Может, и так. Но так убиваться даже неприлично. Не только на Щекину, но и вообще мужику. Все, сын, прости меня. И знаешь что, давай. Давай, хватит, найди себе дело. В смысле? Вернуться обратно на завод? А почему тебе опять не заглянуть в свою галерею? Ты же мне ее отобрал. Я отобрал, я и вернул. Она, кстати, оказалась на редкость прибыльная. Таня, пока тебя не было, отыскала тебе человека в помощь. Очень достойная девушка. Сегодня открывает у тебя вернисаж. Ну, заодно и познакомишься. Не желаете? У меня есть. О, какая встреча. О! Верка, знаешь, кого я сейчас видела? Кого? Ну, эту. Как ее? Анфису Чехову, что ли? Да нет, ну, фамилию забыла. Спасибо. Это я всегда говорю. Пожалуйста. Спасибо. Грудь в нашем деле самое оно. А
мне кажется, что неплохо, да? По-моему, очень хорошо. И вот эти светящиеся это человечки. Очень. Скажи прекрасно. Мне нравится. Привет. Добрый вечер. Прекрасно. Добрый вечер. Мне в такие шмотки. Добрый вечер. Это Василий. Очень приятно. Здесь ну, пойдем, мы сейчас присоединимся. Да, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Короче, он сейчас появится. Ничего. Так, ну ладно, все, я пошла. Только ты учти, у него сейчас очень-очень сложный период. Угу. Я все поняла. Не волнуйся, не такие крепости брали. Катюх, ну я ужасно тебя надеюсь, а. Иначе он скоро вообще крыша крякнет. Слушай, я уже горю от нетерпения познакомиться с ним. Короче, он сейчас придет. Давай его аккуратно, угу. Но сильно. Люди! Хорошо. Люди, православные, а также приверженцы иных конфессий. Я предупреждала. Димочка. Жизнь полная пороков и излишеств сыграла со мной злую шутку. Вчера, когда я возвращался с какой-то пьянки, меня тогда паралич. Недавно я гадал на Таро пальцами ноги. И мне было открыто, что меня может спасти лишь поцелуй незнакомки. А это значит, что мне конец. Потому что я знаю всех незнакомых в Москве. Как вам известно. Или не всех? Ты кто? Я святая Екатерина, но для тебя просто Кэти. У меня 4 таких галереи. На досуге развиваю твою. Как тебе? Люди! Случилось чудо! Чудо! Меня спасла святая Екатерина! Тук-тук. Здравствуй. Я за тебя ментам 50 тысяч отдал. Получается, теперь ты мне должна. Дверь открыл? Ты мне должна, понимаешь? Полицию вызвать, а? А вызови. Вызови. Регистрация-то у тебя есть? Настоящая. Ну вызови! Тихо. И что ты им скажешь? Что ментам взятку за меня дал? А теперь с меня же ее требуешь, да? Че ты такая боевая? Сейчас я дверь открою. Успокойся. Я к тебе просто так зашел, на всякий случай. Ну и катись отсюда! На всякий случай! Аристократка. Касьянов Игорь Петрович. А, доброе утро. Ты что, не свет на заря? Слушай, ко мне сейчас люди придут. Давай попозже, а? Ну, давайте попозже, только сводки гляньте сейчас. Это мои ребята из службы безопасности подготовили. Не понял. А откуда взялся этот промзвыд? Откуда взялся? Сейчас это вопрос 10-й. Да, главный чей он? И кто уже продал? Семеновский. Бред. Семеновский крупный акционер, инвестор. Его кто-то либо напугал, либо предложили что-то такое, что не вынесла душа поэта. Да, там, да.
дальше еще посмотрите. Он что, продал весь пакет? Кому это может быть выгодно? Перекупить наши акции выгодно только одному человеку. Да, Серову. Но это не его метод. Я его хорошо знаю. Люди меняются. Особенно теперь, когда мы пробили поправки к закону. Ладно, в любом случае спасибо. Постарайтесь потихонечку раскопать на них что-нибудь. Попытаемся. Черт, как не кстати. Туда. Молодые люди. У меня сестра тут живет. Матвеева Вера. Матвеева? Сейчас поглядим. Значит, Вера твоя сестра. Ты что, в курсе, где она? Спокойно, спокойно, молодые люди, спокойно. Нам надо сначала имущественный конфликт разрешить. Да. Это какой такой еще конфликт? Такой. Вера занималась проституцией. Нет. Я ее не осуждаю, это она сама как хочет. Выбирай выражение, гастарбайтер. Я не гастарбайтер. Я индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. А за твою сестру я 50 тысяч ментам взятку дал, чтобы ее выручить. Она меня выгнала и сама сбежала. Вот как получается, братья. Я тебя сейчас завалю. Ты думай, о ком говоришь. Да мы здесь не говорим! Да слышь меня! Все, пошли, успокойся. Куда пошли? А мои 50 тысяч кто вернет? Ты ее выручил? Да. Вот она тебе и отработает. Успокойся. Сейчас. А то вы... Чего? Что бы сделали без меня? Чего? Пошли. Отстань от него. Куда пошли? Когда принесешь. Подождите. Не надо его трогать. Каждый сам выбирает. Ты зачем в Москву приезжаешь? Да нет. Да пошли ты. Стой! Вот, пожалуйста, проходите. Здесь процедурная. Пожалуйста. Мы планируем переоснастить. Это что тут за ночлежка? А это наша санитарка, новенькая, Матвеева. Матвеева, почему ты здесь спишь? Вставай, комиссия у нас. Простите, просто я прилегла, задумалась. Ну, если вы задумались, идите в библиотеку, там и спите. А тут это... Это что такое? Это что такое? Вы что, здесь живете, что ли? Нет. А у вас регистрация есть? Нет. Слушайте, вы с ума сошли? Ну, санитарка-то нет. А у паспорта у нее на регистрации вот со дня на день должны. Просто вот со дня на день. Товарищи, пройдемте в терапевтическое отделение вот сюда, пожалуйста, да, по коридору налево. Кстати, так. Мы недавно сделали ремонт на выделенные вами. Слышала, что главврач сказал? Иди. Пока у тебя не будет нормальной регистрации, пока не порешает все свои сложности, не являйся. Хватит мне лапшу на уши вешать. Мы в 93-м в Гвинее-Бисау человек нашли. Да, Лондон все-таки поменьше. Найди, слышишь? Найди мне эту сволочь Семеновского. Все, отбой. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Вика, это вам. Спасибо большое. У себя? Я не понимаю. Слышу, у себя. Вы бы лучше завтра зашли, Глеб Георгиевич. Да я не могу, я завтра в другом городе буду. Я бы тоже хотела сейчас оказаться в другом городе. Ну, что поделаешь. Да. Ладно. Рискну. Ну и что ты мне предлагаешь? Самому искать? Зачем ты мне тогда нужен со своей фирмой? Давай, отрабатывай инвестиции.
Да. Можно? Чего тебе? Я завтра днем вылетаю обратно. Нужна ваша подпись. Что это? Мои предложения по оптимизации. Ну, тут не только твое. Димка тоже участвовал. Ну, время от времени он... В основном по девкам, но толковые предложения там есть. Есть. Ладно, оставь. Я потом посмотрю. Обещаю. Слушай, я запамятовал. Ты на сколько старше Димки? На 2 года, а что? Да нет, ничего. Жалко, что они братья. Ну, почти и братья. Но отец-то у нас точно один. Хорошо льстишь. Ладно, вытащишь завод, я тебя точно усыновлю. Понял. Завтра перед самолетом зайди ко мне, я тебе сообщу свое решение. Хорошо. Еще повоюем. Я их всех найду и рядышком поставлю. Вот тогда мы посмотрим, как они запоют. Все, отбой. Не на того напали. Мы их всех самих в позу бобра поставим. Что на этот раз? Папа разбился. Погиб. Только что позвонили. Вот.